ставки на спорт. Один эксперт. Большие выигрыши. Один эксперт. Быстрые выплаты. Один эксперт. Надежный букмекер. Один эксперт. Один эксперт. Букмекерская компания. Друзья, всем привет. Я нахожусь на основном аккаунте, и сейчас я открою два очень крутых сундука в этой игре. Это сундук за грант за 12 побед, и второй сундук за турнир, за самый дорогой турнир, который стоит 10 тысяч гемов, там 2000 карт. Вот сейчас сундук за грантов против сундука за турниры. Посмотрим, с какого сундука выпадет Лего, ну и какой сундук победит. На самом деле, так совпало, что эти два сундука у меня остались на аккаунте, и я сейчас их открою. Я вообще планировал записать отдельное видео про грант, отдельное видео про турнир, но был техперерыв, все повторы исчезли, поэтому как прошли мне грант, это не я прошел грант, если что, это мне ночная фурия. 12 побед сделал, сейчас покажу какой колодой, вот этой декой. Я хотел вам эту деку показать, ну покажу еще в следующих выпусках, я думаю нам еще раз пройдет. Вот, я очень хочу, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, меня это прям очень, ребята, мотивирует записывать вам побольше видео и на основе, и на твинке. Короче, сейчас мы откроем много сундучков, потом сходим в глобал, потому что у меня супер магический вот-вот уже на подходе, и мне надо выполнять квесты. Вот, надо победить в боях 1-1 три раза, используя карту Гоблина и Валькирия. После этого пойдем покатаем глобал. Ну что, начнем, короче, с вот этого бесплатного сундука. Ага, и нам осталось 50 вот этих медалек, наград, чтобы открыть супер магический. Но это в следующем выпуске будет. Так, огромный сундук. Ах, блин, я надеялся, что вдруг произойдет чудо и выпадет Лего. Ну ладно, вся надежда на вот эти два топовых сундука. Первый за грант, 12 побед, понеслась. 22 тысячи золота, банда гоблинов. Все у меня по фулу, эти рарки, комонки мне как бы все равно, но все золото меняется. Так, мне самое главное эпики и самое главное леги. Как видим, что в этом сундуке Леги не было. О, боже, ну ладно, я понимаю, что новая карта, ее нужно мне теперь побольше давать. А вот и еще один сундук. Блин, ребята, 2000 карт в этом сундуке. Это просто космос. Специально для вас покупал место на турнире. Была распродажа мест, и мне предложили, я согласился для видоса. Почему бы и нет? Ух, как много карт здесь, охренеть просто. Ну давайте, открываем его. Мушкетер, печь, все по одному. Охренеть. Так, летучие мышки, адская башня. Опять бочка эта, которая мне не надо. Так, надеюсь, сейчас эпики какие-то нужные. Валькирия. Так, и что сейчас, до хрена эпиков будет? Это просто капец. Сколько, блин, сколько карт и не было Леги. Честно, обидно. Обидно, досадно, но ладно. Короче, вся надежда на тебя, брат. Это я супермагическому сундуку говорю. Блин, я с него должен вытащить Лего. Пацаны, подпишитесь, на колокольчик нажмите, чтобы не пропустить этот ролик. Ну чё, гоу, выполним квесты. Поиграю гоблинами и валькирии три раза. Короче, у меня арбалет дека. Я заменил вместо ледяного голема, поставил валькирию. Вместо скелетиков за один эликсир поставил гоблинов. Короче, должна сейчас быть вообще нормальная такая заруба. Так, арбалет, ребята. Я играю с арбалетом, вы представляете? Оу. Ставим, короче, вот так вот арбалет. Так, что ты у нас тут будешь выбрасывать? Выбрасывай что-то. Миньончики, окей. Так, валькирия. Не получилось. Не получилось сделать. Оу, смотрите. Все-таки арбалет чуть-чуть урона дал. Странная колода соперника. Башня-бомбежка. Давайте гоблина сольем. У него еще и колдун есть. Так. Что к колдуну он подкинет? Ничего не... Ага, я так и думал, что, кстати, хок будет. Так. Здесь у нас лучницы. Лучницы на мага. Хотя надо было на этого выбрасывать, на кабанчика, но да ладно. Так, я думаю, что у него эликсира нету. Я не знаю, почему я так думаю, но мне так кажется. Ах ты ж, блин, говнюк такой. Ну ладно, я тебя понял. Так, летучие мышки, ну... Ой, три миньона. Давайте ледяного духа сольем. Так, так. 30 секунд до двойного эликсира, и я ему покажу, что такое арбалет и на что он способен.
На самом деле я немножко соскучился по своему основному аккаунту, просто давно я на нем не играл, у меня здесь все карты практически прокачаны, за исключением эпической карты Арбалет. Вот реально все практически эпики, которые популярны, прокачаны, но вот Арбалет единственный, кто остался. Но ничего, мы его тоже скоро прокачаем. Он у меня уже был не один раз в сундуке Фортуны, но что-то я вечно забивал на него, на сундук Фортуны. Так, Фаербол, да? Ну ладно, давайте бревном магу немножко... Вот так, да, дальше, вот так вот, вот ледяной дух, вот так вот Тесла, возвращайся, Хок, возвращайся, там к тебе несколько вопросов есть. Так, отлично, башня, блин, мешает мне башня, а как быть, ни хрена себе, он дефает башня очень хорошо, мой арбалет, я в шоке, он попал, короче, по моим гоблинам. Так, давайте сейчас попробуем словить Хога. Ловим Хога. Да опять башня, ну ё-моё. О, еще и торнадо, лол. Охренеть, у него тактика, ребята. Так, слушайте, ну мне, честно, не победить цель, да? Но все равно, как бы, хочу, мало ли, затащу. Давайте Валькирию. Так, что, сейчас опять башня? Так, нет, сейчас, возможно, будет проход. Так, давайте... Отлично, хорошо, пошел, давай. Так, здесь у нас гоблины, пошла жара. Есть, хорошо, ставим еще один арбалет. Что он выбрасывает? Башня. Давайте попробуем, короче, Валькирии хоть немножко урона нанести. Так, отлично. Арбалет, давай, родной. Дамаж вышку. Это уже внезапная смерть. Так, 300 хп. Че, добиваем бревном плюс фаер? Да, пацаны, победа. Я думал, невозможно. Думал, невозможно его выиграть. Ну, колода реально бесячая, вот эта с арбалетом. Очень хорошо прокручивается цикл. Быстро. Надежно. Быстро, надежно. Недорого. Крутая дека, я хочу с арбалетом играть, честно, но надо арбалет 8 уровня, чтобы играть с ним, ну, на тех кубках, которых я хочу, надо арбалет 8 уровня. Ну, хотя и 7 можно, на самом деле, но, как знаете вы, я люблю сейчас играть тупо с фулл прокачкой. Просто, ну, когда вы, вот, если бы вы тоже поиграли с фулл прокачкой, вы бы уже не захотели играть с хуже картами, то есть, теперь, знаете, такая, сожрался, как говорится. Такое чувство, что все, теперь другие карты. Ой, вот это я с Теслой, конечно, плохо. Так, бревно. Отлично. И арбалет. Так, хорошо. Коргик, кстати, против нас, друзья. Коргик. Мне контра. Еще и ракета. Блин, я извиняюсь. Коргик, мне контра, серьезно. Блин, он же теперь будет ждать мой арбалет, когда я поставлю. Блин. Как бы его обыграть? Так, ну давайте фаербол, короче, на мушкетерку. Фаербол на мушкетерку, будем вот так вот постепенно наносить урон по вышке. Окей. Так, Тесла. Тесла, отлично. Вот она, Тесла. Помогает. Слушайте, ставим сразу арбалет. Блин, бревно. А, хотя не надо бревно. Так, хорошо. Гоблины. И задефали. Ну все, понеслась. Наносить урон. Блин, надо было бревно выбросить. Но ладно. Блин, Коргик. Я думал, уже Коргигом не играют люди, потому что, ну... Хотя... Помните, как мы бомбили раньше на Коргига? Типа, это зашкварная карта, все дела. Сейчас зашкварная карта, у нас элитные варвары. Так, ставим арбалет. Тут у нас бревно. Бревно пошло, хорошо. Здесь у нас ледяной дух. Ах ты ж, блин, ракета. Слушайте, но... Можно же фаерболами закидать его, да? 900 хп-то осталось. Давайте прокручиваем деку. Ставим арбалет.
Интересно, эликсира на Коргига у него хватит? Ах ты ж говно такое. Ладно. Ладно. Так, тут у нас Тесла. Ставим ее. Тут у нас Валькирия. О-о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 . Полегче, дружище. Друзья, а он, слушайте, он что-то умеет. Давайте, короче, фаерболами, наверное, забрасывать его. И просто дефаться. Мне еще два фаербола надо. Ракеты в ход пошли, окей. Давайте здесь... А, блин, там не надо было мне гоблинов сливать. Ладно, Валькирию. Ледяной дух давайте, чтобы нанести хоть какой-то урон. Лучницы и фаербол сразу. Отлично. Еще один фаер остался. Так, прокручиваем колоду. Здесь поставим Теслу. Здесь Валькирию. Друзья... Нет, я затащу, я смогу. Yes, затащил. Блин, это... Я думал, вот реально, мне кажется, что было невозможно, но на самом деле, как видите, очень быстрый цикл решает. Итак, друзья, нам осталось один раз сыграть, и, короче, мы выполнили квест. И получим 20 вот этих медалек или чего для квеста, да? Ну, поехали, пока мне нравится, реально прикольно. Такс, гоблины. Ледяной дух. Прокручиваем. Где мой арбалет, пацаны? Одна тыка от гоблина. Ништяк. Лучницы. Гигант. Окей, тогда ставим вот здесь так. Вот здесь Вальку. Валька быстренько сейчас убивает лучниц. И дефаемся изи-бризи. Мне кажется, против гиганта вообще на изях будем играть. Так, не, арбалет еще, думаю, рано. Бомбер. Какие-то странные колоды. Мне надо уже подниматься повыше. Что-то я засиделся на этих кубках. Так, Валькирия немножко урона нанесла по бомберу. О, какое классное бревно сейчас пойдет. Смотри, оп. Так, ставим здесь арбалет. Ледяной дух. Ох, варвары. Как мы их сейчас разберем просто. А, там еще лучницы. Блин, а лучницы... Смотрите, арбалет как быстро, да, снесли. Отличная игра, говорит мне соперник. Варвары, лучницы, бомбер, гигант. Неординарная дека. Так, как же мне его затащить? Ну, короче, Валькирию мне надо перед арбалетом выбрасывать. Вот, и я таким образом, наверное, затащу. Так, вот пошла Валькирия. Ай, блин, ну у него же гигант есть. Ну, чё я туплю, пацаны? У него же гигант есть. Так, тут можно фаер кинуть, на самом деле. Давайте кинем фаербол. Тут выбросим бревно. Здесь поставим Теслу. Попал я. Ух, я попал. Так, ну гоблинов, смотрите, быстро уничтожили. Так, ну, вроде нормально. Мне повезло то, что гоблины вперед слились. Так, давайте здесь своих гоблинов. Фух, могло быть и хуже. Так, все, больше тупить не буду. Валькирию тогда зря слил, очень зря. Так, сплит лучниц, одна справа, одна слева. Так, с Валькирия, я не знаю, Тесла. Так, здесь у нас бревно, хорошо. Сейчас, скорее всего, пойдут гоблины, я не знаю, что там пойдет. Давайте так, сплит лучниц. Так. В принципе, на... О, хороший сейчас фаербол будет. Просто ништяк вообще. Так, тут у нас гоблины. Блин, я не знаю, как его выиграть. Серьезно. У него очень странная колода. Так, давайте бревно. Бревном наносить урон. Вот сейчас можно арбалет поставить. Давайте попытаемся это сделать. Только не варвары. Так, ах ты ж, блин, не, ну вот видим, да, подловил. Так, вопросов нет, подловил, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Быстрей, ледяной дух. Валькирия. Хорошо, задефали. Ну, мне кажется, это ничья будет. Потому что, ну, у него много карт, которые дефают мой арбалет. Очень много. Прям на изи. Угу. Ну, тут бревно. Идеальное. Тут у нас лучницы, тут у нас так, здесь так,
Ну не, это ничья, это замкнутый круг. Я ему не дам пройти гигантом, он мне не даст поставить арбалет. Есть такие колоды, которые реально, ну просто реально цикл крутится, все повторяется, урон не наносится. В принципе, я бы мог там фаерболами, но бессмысленно. Он бы, наверное, я бы только зря тратил эликсир. Все равно фаерболами бы не снес. Но квеста мы выполнили, правильно? Нам главное не победа, а участие. Ну, мы сыграли. А, победить. Короче, закончу квест этот потом. Все равно супер магический не набьем. В общем, друзья, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравились сегодняшние атаки. Я вот эти сундучки для вас берег. Ну, блин, они, конечно, обломали меня немножко. Леги-то не было. А я очень думал, там, сейчас батл между этими сундуками сделаю. Ну, ладно. Типа, кто больше легендарок даст. А там в итоге ни одной. Ну да ладно, подписывайтесь на канал, спасибо вам за просмотр. Желаю вам удачи, ребят, до новых встреч. Всем пока, ждите супермагический сундук. Все, чао, не болейте.